Она вышла, у нее такой был голос, как будто она вчера пила и курила, и гуляла, и вообще не спала, и в принципе не готовилась к кастингу. Как-то меня это подкупило, такой низкий тембр, мощный, плюс именно тембральный диапазон обертонов был такой сильный для девочки ее возраста, плюс диапазон очень высокий, от очень низких нот до очень высоких, то есть очень развернутый диапазон голоса, щиплый такой голос. А потом она начала читать рэп во втором раунде, вот, забыла текст, сбилась, вместо того, чтобы заплакать и убежать, как это делали многие, вот, или там прийти в форму полного конфуза, она вдруг начала фристайлить, просто сочинять что-то на ходу, и это было очень смешно, и это меня подкупило, я обратил внимание на этого человека, то есть не терялась она, это самое главное, была собой. Не пыталась, как многие, что-то из себя изобразить, что-то нам показать, удивить нас, а просто была собой. Вот это важный очень момент, на который я именно обратил внимание.